Здравствуйте. Восьмой тур, бронз группа А. И мы рады приветствовать на передаче выпуск тура. Начнем с матча, где определился лучший игрок. И этот же матч и стал матчем тура. Амкал Wild Dogs 5-5 исход этой встречи. И во второй раз становится лучшим игроком Троценко Михаил, забив 4 гола. И за счет своей хорошей индивидуальной игры, собственно, обыгрывал своих оппонентов и создавал моменты. Команда же Wild Dogs хорошо сопротивлялась. И на самом деле первая забила пятый мяч на 36-й минуте. Но два гола быстрых от Амкала позволили сравнять счет. 5-5. Интервью от представителей команд. Привет, Дмитрий. Скучал по футболу? Да, конечно, скучал. Мы сегодня надеялись, что приедет вратарь нормальный. И что мы будем забивать, а не так играть, как сегодня. А где вратарь? Не приехал. Ну да. Неожиданно. Очень интересный матч, на самом деле, для нас, как комментаторов. Первый тайм вы лучше смотрелись. Во втором тайме просели, когда схему сменили, стали лучше играть. Тебе не показалось, что вам сложно ловить Wild Dogs на контратаках? Вам лучше играть высоким прессингом, как бы это изматывающе и не было? Возможно, нам, правда, лучше играть высоким прессингом, но мы посмотрели, как они играли с Киев Юнайтед, и там просто Киев Юнайтед сел, и Wild Dogs пытался индивидуально что-то сделать, у них не вышло. У нас сейчас то же самое мы хотели сделать, но они, считай, забили 3 мяча на контратаках. И все. Поэтому счет 5-5, а не 4-1. Какой отрезок времени тебе больше понравился всего вот, из вашей сегодня игры? Первый тайм, конечно, больше понравился. Ну и, конечно, последние минуты, если бы мы вообще 2 мяча проиграли за 3 минуты до конца, и мы отыгрались, это тоже здорово. Мотивирует. Да. Спасибо за интервью. Корнеко, Максим, 5-5, очень интригующий, интересный матч. В первом тайме вы слабее смотрели, во втором тайме разыгрались, но в конце им удалось сделать камбэк. Скажи, как ты думаешь, вы сегодня упустили победу или все-таки все на своих местах? Я считаю, что упустили перемогу. Мы хотели выигрывать. В принципе, и команда сильнейшая, мне сдавалась, что готовилась. Но показали, очень хорошую игру. Они меняли саму схему игры. Причому показали останні там 4 хвилини, 5 хвилин, як вони нас давили. Ну, це неочікувано було для нас. Почувствовали, так, що зміна темпа і одразу складніше. І ми не знали про що робити. Ми навіть не зорієнтувалися, як боротися з ними. Тобто результат того, що їм вдалося інтеграція, це те, що вони хорошо грамотно поміняли схему і ми не встигли підстроїти. Вот это. Так, що це не. Як считаєш, якщо обратить внимание сьогодні на перший тайм і другий тайм, не беремо всі 20 минут, де було складніше грати фізично? В першому таймі або в другому, коли вони не підключили цей тайм? Во второму таймі, початок другого тайму. Все на складніше. Більше всього. Ну, плюс і в них збірний не сильно великий, і в нас. Те ж саме проблема була. Спасибо за интервью. Да, спасибо. Ubisoft Direct и по-прежнему команде Direct не хватает хорошего сбора. Всего 5 футболистов в жаркий день не позволяют сыграть все 40 минут в свой футбол, но первыми как раз таки забили Direct и пропустили 2 уже в конце первого тайма. Но во втором тайме дело было за малым — измотать соперника и найти еще пару мячей. Где исправились Ubisoft? 4-1 исход этой встречи и интервью от представителей команды. Евгений Руконятов. Сегодня первый тайм на самом деле почти даже удалось сыграть на ничью, учитывая, что сбор против вас. Да. Где усиление? Где помощь собратьев? На телеграме. Нет, на следующую игру должно быть у нас 8-9 человек. На самом деле мы сделали выбор. Просто игры решили играть с обороны. Были у нас моменты несколько. Конечно, нам повезло, но по ударам, по штангам. Но был такой план, на самом деле. Мы знали, что если делать створ, надо бы вратарь все поймал. Поэтому это мы спокойно к этому отнеслись. На самом деле, сегодня было видно местами, что вы прям экономили энергию. Это правда или так показалось? Правда, потому что мы хотели, чтобы нам хватило сил на весь матч. Да. Мы знали, что у нас нет замен, что мы не часто будем ходить в атаку и старались организованно не играть в обороне. Ну, в целом неплохо удавалось все равно. Спасибо. Да, ждем сбора. Спасибо за интервью. Спасибо. Здорово, Беляшвили. Сегодня у вас было много, хороший сбор. Герасимова, наверное, только не хватало для 2 четверок. Но хищности не хватало на всю дистанцию. Почему? Вы насытились температурой? Мы просто смотрели команды противника, и они были очень
мало количества, и за это мы были расслаблены, за это играли. Мы от нашей организации вручаем тебе приз, ты стал лучшим игроком в предыдущем туре, вот, желаем побольше таких получать призов. В целом, как тебе матч? Тяжело бегать в такую температуру или нормально, терпимо? Я вообще не в своем форме, и для меня вообще тяжело. Такой температуре, да. Ясно. Ну, спасибо за интервью тогда и с победой. Спасибо. Mercurial Master Service. И если взглянуть на заявочный лист, сразу становится понятно, что были трудности со сбором. Вечер Лиги Чемпионов и концерт Монатика отчасти подкосил сбор Меркуриала, ну а Master Service, как всегда, стабильно двумя четверками, как и минимум, присутствовали на игре. Я думаю, что и поспособствовало хорошему, комфортному, динамичному футболу от мастер-сервиса. На 37 и 38 минуте решающие мячи забивают гости и таким образом добывает в себе победу. 3 очка в копилку для мастер-сервиса, 6-4 интервью от представителей команд. Сегодня, Леонид Георгий, вы выиграли. Тяжело, натужно. Что будем с этим делать? В чем причина? Почему так? Как-то неудачно начинаете для себя, а потом пытаетесь поменять всю ситуацию. Ну, сказать по правде, первые два гола таких по тупости, очень большой тупости, мы просто привезли в свои ворота. Потом немного не могли понять вообще, что происходит, и по итогу собрались и уже додавили. Повезло, конечно, что у нас было больше замен, чем у команды соперников, у них их вообще не было. Мне кажется, это сыграло немаловажную роль. Какие цели на второй круг у мастер-сервиса? Только к победе. Только к победе через все. Будем проходить, пытаться бороться за каждое очко. Понял, спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Алексей Гусак, Меркуріал. Дали старт, а потім щось пішло не так. Що саме? Как сказать? Замін немає сильно поступово. Заміни – то одно діло. Фізичні дані вибігали. Ну, ребята молодці, зібрались. Во втором таймі змогли забити. І преимущество было на их стороне чуть-чуть. Нам состава не хватило на самом деле, не хватило наших основных игроков. Видите, основного состава не было очень много и не хватило очень много этого. Но все равно очень-очень хорошая игра. Ребята хорошо отбегали, борьба была. Ну, я доволен. Проиграли? Ну, бывает. Ну, это Васюка уже на пустыне оставили. Это уже как-то надо, но морозит, не хочет. Не хочет пока. Ну, пока так. Как оно дальше будет? Главная наша задача – это остаться в первой четвертой. Ну, пока мы там остаемся. А чему час от часу выникают такие какие-то проблемы со сбором? Потому, у нас две травмы, двое игроков травмированных, плюс по работе еще. Вот основной вратарь Володя Кущ и Саша Губский, нападающий, это не на работе, они просто не смогли. Я думаю, они усилили нас сегодня очень сильно. Вратарь как бы наша, так сказать, основа, ну, ее не было сегодня. Ну, ничего, прорвется. Получится, да, получится. Дякую. Спасибо. Восток, Киев Юнайтед и давно знакомые друг другу соперники. Сразу же, забегая вперед, отмечу, что Киев Юнайтед хорошо умеет ловить соперников на контратаках. Но Восток не та команда, которая увлекается и полностью всем составом переходит на половину поля соперника, атакуя его. И, собственно, трудности в этом, на мой взгляд, и присутствуют в противостояниях против Востока. Киев Юнайтед забили 3 гола, а Восток 6. Победа Востока и интервью от представителей команд. Сергій Дмитренко, Восток. Другий для тебе матч. Яким ти більш задоволений? Грою за ЗТК чи грою за Восток? Ні, є победа, я два задоволені. Як там, ми тут виграли. Завтра я грати в лобі. Тому що там на сонці побігали. Тому що було спою на площадку. Очень тяжело было, реально очень тяжело. Тем более без замены играть. Ну а сейчас и ночью, и темп немножко другой, нормально. Ну, как ты думаешь, что стало принципово важливым в том, что вы сделали сегодня перемогу? То, что вы швидше рухались, швидше приймали рішення, бойовий якийсь настрій на гру? Да, наверное, вот конкретно в данной игре, наверное, удачно. Больше поле. Да, нам повезло, соперник боевой, они у нас физически, я считаю, у нас где-то переиграли, потому что они как-то легко проходили, поэтому физически они лучше были, но повезло нам, поэтому не было.
старт. Ну, у нас тем более у нас еще добавились новые ребята. Вот, первый раз бегают, им тяжело. Это как бы вдвойне где-то сыграло, но мы выиграли. Поэтому... Старт був не такий вдалий для вас, але потім таке враження, що розкачалося по ходу в рейсі. Так, успокоїлись, да, немножко ребята освоїлись на полі. Вот, і почало більше получатися. Хоча, опять-таки, залепили голови, такі. Не больше такі, как бы, на індивідуальному майстерстві, ніж на командному. Тому що поки командно тяжело. Тяжело грати. Ну нічого, команда росте, надіюся. Головне збор. Вот сегодня сбор есть, и это был результат. А предыдущих играх сбора не было. И результат на такой. Результат был само собой на табло 6-8 мячей. Поэтому все зависит от сбора. Ясно, дякую. Вітаю с перемогой. Спасибо. И хорошего сбора.